Я рад приветствовать всех и вся, кто уж знаком со многими моими видеороликами, касающимися быстросборна гирь и не только гирь, в том числе предыдущей частью всего видеоролика и во второй части продолжить довольно интересную тему. Вот, значит, касается тема того, что же общего так, в конструкции вот именно разборной гири, кооператива инициатива при заводе январского восстания, одесском строительном заводе, ни раз и не два, о сём судилось, зарядилось, но есть и некоторые дополнения же. И между этой именно то есть гири одесситов и гирей, и в Казахстане гири по авторскому свидетельству бывшего СССР, 1 519 716. Вот общее налицо. Вот об общем мы и продолжим. Затем коснемся и различного. Видеоролик так и называется, что это общее и различное. Через двоеточие. Значит, сделана цветная фотография с одной из конструкций. Все время было. Впрочем, это от одного из видеороликов, как говорится, снят кадр, вот, который не ваша покорная слуга делается. Неважно. И вот в таком виде была и приобретена мною одна из спортивных гирь, переменного веса одесского, вот этого самого одесского кооперативного инициатива. То есть вот этот вот самый сделанный, да, цветной фактор, все хорошо видно, вот этот фланец разделительный, то есть быстро, то есть шаровой, именно цельный шаровой слой с рукояткой. Вот. Имеется и такой, да, здесь, в том авторском свидетельстве, да, которое, на получение которого заявка была ранее, чем изготовилась первая гиря в этом одесситов. Вот. Так вот, это имеется. И вот эти полусферы, вот они, такие же. Вот это мы продолжим, как говорят, что называется, продолжили разговор об общем. Вот все же видно. Не обо всем в раз за раз, но не все вмещается в кадр, разумеется. И, как говорит, постараемся, не отходя от кассы, в следующей части, да, коснуться общего, а по мере возможности и различного.